Для подписания приглашаются... Исторический момент. Так назвали эту встречу в правительстве. В режиме нон-стоп подписание договоров с главами госадминистраций городов и районов республики. В Тирасполе, Бендерах и Суклее появятся новые детские сады. В селе Ташлык Григорьевского района завершится строительство школы. То, что сегодня будет построено такое количество объектов и сдано под ключ, а это значит не только строительство, это значит полностью наполнение и детских садов, и образовательных учреждений общего образования, и мебелью, и необходимым оборудованием, и технологическим оборудованием, и спортивным инвентарем. Это, конечно, очень большая помощь для развития образования Приднестровской Молдавской Республики. Кроме того, в столице будет построен Молдавский теоретический лицей. В образовательном учреждении смогут обучаться и дошкольники. Это сыграет большую роль в сохранении основной ценности молдавского народа – языка, отмечает приднестровская сторона. Мы, конечно, надеялись совсем на чуть-чуть, всего лишь на ремонт и реконструкцию. Но когда сегодня сказали о том, что построят новое, с трудом в это верится, мы очень ждем этого и уверены, что с такой организацией, с такими руководителями, с такими вашими партнерами у нас все получится. Со своей стороны могу сказать, что мы доведем начатое дело до конца, и те объекты, о которых мы говорим, они будут построены, вы их увидите. Самое позднее открытие, я надеюсь, все по плану, в конце следующего лета случится. Итоги визита российской делегации подвели уже на встрече с председателем правительства Петром Степановым. Таким образом, в Приднестровье практически одновременно начнется строительство 12 социальных объектов. Таких масштабных проектов в республике еще не было, говорили в правительстве. Те итоги, которые мы можем сегодня подвести, нацеливают нас на активизацию наших внутренних организационных ресурсов, потому что нам предстоит в ближайшее время сделать очень много по подготовки к тем работам, которые готовы начать российские представители. Уже во время следующего визита представители организации «Евразийская интеграция» планируют начать компьютерное переоснащение Приднестровского госуниверситета, отметили на встрече. Сюзанна Авакян, Татьяна Лилица и Николай Биркеншток. Первый Приднестровский телеканал.